Всем привет! Вы на канале «Вкусно дома» и с вами, как всегда, я, Ольга Молодцова. Сегодня мы с вами будем готовить макароны по-флотски. Да, их многие готовят, причем готовят по-разному, поэтому я хочу с вами поделиться рецептом, как я готовлю это блюдо. Итак, давайте посмотрим, что для этого понадобится. Банка говяжьей тушенки, пачка макарон, лук, соль и перец. Сразу скажу, что форма макарон может быть разной. Я для этого блюда предпочитаю использовать перья. Ну а начнем мы с вами с того, что нарежем лук на мелкие кубики. Что касается тушенки, вот этот белый жир я обязательно выбрасываю. Дальше ставим вариться макароны. Мои варятся 11 минут, ваши смотрите на упаковке ваших макарон. В воду добавляем 1,5 чайной ложки соли и варим макароны до готовности. И пока варятся наши макароны, в глубокой сковороде или в сотейнике на растительном масле начинаем обжаривать лук. К луку добавляем немного соли и перца. И обжариваем его до прозрачности. Теперь мясо из тушенки выкладываем в сковороду, а всю жидкость пока оставляем. Мясо разделяем на небольшие кусочки и обжариваем вместе с луком до легкой румяной корочки. Дальше сюда выкладываем макароны, которые к этому времени уже сварились. Обжариваем пару минут, не размешивая. Теперь перемешиваем и обжариваем еще с другой стороны, также пару минут. У нас должна образоваться такая румяная корочка на макаронах. И вот теперь выливаем сюда всю жидкость из тушенки. Тщательно размешиваем и убираем макароны с огня, чтобы они остались сочными. По желанию макароны по-флотски можно присыпать или украсить зеленью. Вот так просто, буквально за 15 минут, можно из банки тушенки и пачки макарон приготовить вкусный и сытный обед для всей семьи. Если любите макароны по-флотски, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые рецепты. Заходите в мои соцсети, все ссылочки в описании. Ну а я жду от вас комментарии, как вы относитесь к таким простым блюдам. У меня на сегодня все. Приятного вам аппетита. Пока.